большой творческой командой по городам Поволжья. Гастрольный тур ансамбля «Казачьи песни и пляски «Разгуляй» проходил с 8 по 15 апреля. За эти дни артисты успели побывать в Кстове, Чебоксарах, Оренбурге, Ижевске, Елабуге и Набережных Челнах. Это был действительно незабываемый опыт, без всяких сомнений и преувеличений, подчеркивают руководители и члены коллектива. Такой подарок, прекрасную возможность рассказать о своем творчестве и о Мордовии, они получили благодаря федеральной программе «Мы Россия». В этом году коллектив очень удачно прошел сразу поддержку и экспертного совета Министерства культуры Российской Федерации, и самого Росконцерта. Есть действительно возможность проехать, показать себя, что немаловажно, посмотреть других. Вы сами знаете, что у нас по этой программе тоже приезжает коллектив. Вот буквально недавно был ансамбль песни и танцы Татарстана. Так что мы счастливы, что мы попали, скажем так, в число брендовых коллективов Российской Федерации. Для «Разгуляя» это не первые масштабные гастроли в рамках этого федерального проекта. В прошлом году коллектив познакомился со своим репертуаром жителей Назрани, Махачкалы, Уфы и Самары. И тогда, и сейчас зрителям представляли театрализованную программу «Инзерский рубеж». В ней собраны преимущественно уникальные композиции в оригинальной авторской обработке. Мы постарались включить туда все произведения, которые не имеют широкой известности на территории России. В основном, ну, за исключением двух, может быть, произведений, остальное все поставлено для нашего коллектива различными балетмейстерами. Сделаны аранжировки только для нашего коллектива. Мы делали эту программу специально по мотивам создания казачьего поселения на территории Мордовии. И отразили это в художественных образах. Программа состоит из двух частей длительностью 1 час 47 минут. Во втором отделении собрали знаковые произведения репертуара. Эти номера публика встречала с неподдельным восхищением. Благодарна нашему коллективу. Ребята очень сплоченные, целеустремленные, очень гордимся, окрыленные, вдохновленные и стремимся опять к чему-то новому, интересному. А планов действительно много. Прежде всего, речь о создании продолжения программы «Инзерский рубеж». Ну и, конечно, уже сейчас артисты снова мечтают о гастролях. «Разгуляй» обязательно будет подавать заявку на участие в программе «Мы Россия» и в следующем году. Юлия Исайкина, Станислав Семин, «Народные новости».